режим тактической обстановки. Кивама отображает различные функции дополнительные. Особенность в том, что обзорная панель вам показывает только расстояние до цели. А сверху, справа, слева вы не видите. Даже не понимаете, в каком направлении он движется. Думаю, режим тактической обстановки, он находится у вас, когда вы в космосе, там, где отсеки и трюмы, прямо под ним. Его нужно включать и отдалять экран там по максимуму. И всегда вот так вот летать. То есть не рассматривать жопу своего кораблика, а именно в режиме тактической обстановки. Там типа такой радар будет указан, расстояние, и вы видите, по крайней мере, где противник находится. Что это вам дает? Если вам нужно к ним это, ну, от него улететь, вы хотя бы просто понимаете, в какую сторону вам нужно двигаться, чтобы от него отлетать. Так. Появляются различные удобные функции, такие как красный пунктир, это радиус захвата цели. Управление дополнительное. Удерживаешь кнопку Q, там один щелчок. То есть сначала расстояние выбрал, потом вот мышку, если поводить, будет угол. А, высота? Ну да, высота пускай. Ну, то есть порой надо лететь под определенным углом, чтобы противник не мог типа, тебе нормально попадать. А вот если ты под углом летишь, это уменьшает его вероятность по тебе попадания. Угловая скорость, так сказать. Как убегать от цели, так и нападать на цель лучше всегда под определенным углом. Ну, кому как удобно. Ты можешь вот так вот выбрать сближение с целью. Не только там двойным щелчком мыши, например, на экране можно делать так, чтобы корабль двигался. Также в тактическом режиме обстановки удобно смотреть за радиус действия ваших орудий. А если навести на орудие мышкой, то это будет еще более наглядно видно. Также стоит отметить, когда вы находитесь во флоте с другими игроками, в режиме тактической обстановки удобно отображаются метки на целях, которые могут устанавливать командиры флота, что очень помогает координировать флот. Тактический режим предоставит и другие удобства. А лично я вижу главную идею в том, что обзорная панель должна быть настроена так, чтобы в ней удобно отображались именно те объекты, которые необходимо видеть в данный момент. Поэтому ее разделяют на вкладки по типам объектов, что упрощает поиск. Только представьте, если бы приходилось прокручивать обзорную панель с сотней различных объектов в поисках одного единственного. Тем не менее, в правильно настроенной обзорной панели, когда вы находитесь на нужной вам в данный момент вкладке, вы можете попасть в неудобную ситуацию. К примеру, вы выбрали закладку «Лут» или «ПВЕ», а в данный момент прилетел противник, другой игрок, который должен у вас отображаться совсем в другой вкладке обзорной панели. Само собой, вы вовремя его не заметите и получите по голове. Вот чтобы такой ситуации не происходило, и существует тактический режим. А вот в тактическом режиме вся обстановка отображается целиком в одной картине. Вывод. Правильные настройки и использование обзорной панели и тактического режима – залог успеха. Пожертвования. Донат. Рекруты могут самостоятельно решить, сколько они готовы задонатить на развитие Академии, тем самым отблагодарить за всю ту помощь, которую они тут получают. Для того, чтобы перевести деньги, свои кровные или не свои, нужно открыть меню «Информация о Русской Академии». В открывшемся окне в верхнем левом углу вызвать меню и выбрать «Перечислить деньги».